Всем доброго времени суток! Я решила сделать кратенький обзор на удаление лагов, а именно на исправление некоторых параметров в настройках. На данный момент мой телефон не вытягивает настройки, которые показаны сейчас на экране. То есть в таких массовых PvP-боях, как в Чарльстауне, или в массовых ивентах, которые нам заводят с обновлением, у меня происходят жесткие зависания, вплоть до того, что игра просто вылетает. Поэтому, дабы это исправить, я решила немножечко покопаться в настройках. Вот так смотрится мой персонаж при обычных настройках, которые стоят у меня практически всегда. Заходим в настройки, вкладка «Дисплей». Отрисовку ставим на минимум, освещение и тени на низко, а растительность также на минимум. Далее вид экрана у нас классический. Качество атмосферы выбираем обычное. FPS ставим на высокий. Внимание, высокий FPS быстрее разряжает батарею телефона. При смене качества атмосферы вас попросят перезагрузить игру. Такое изменение графики мне понравилось. Также стало меньше лагов и зависаний. Вернее, пока что их вообще не наблюдается. Ну, на этом все. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!